Всем добрый день. Такая погодка. Плюс 2 было написано. Ну где-то минус 1-то точно. С крыши, потому что не капает. И даже не 0. Снег лепится прям. Лепится прям снег. Сейчас живность накормлю. Поедем в магазинчик, доедем. Мама, только не на меня, пожалуйста. Я тут как первый проходец. Ну что, Стешечка, сидишь? О, снега опять намело сколько. Капает. С крыши-то вон тает. Снег-то. Что, моя девочка? Что, моя красоточка? Что, моя красоточка? Что, Стешечка? Замерзло тут у тебя все. Сейчас уберемся. Сейчас уберемся такой девочки здесь. Сейчас, мои ушки. Так, выехали в магазинчик, поедем. Все-таки решили в Ленту. Может, там фруктики недорогие купить. Хочется. О, как красиво, не разъехаться. Здесь уже стала какая-то односторонняя улица. Одностороннего движения. Вот сейчас, если кто повернет, это... я даже не полезу в снег. Я не знаю. Мне с этого снега не выбраться будет. Городские власти ждут ЖКХ, это, да, наше, когда все само рассосется, да. Вот уже сейчас на плюс, потом что там, дожди как раз примнут это все дело. Такая погода отвратительная. Тверь сравнивают с Питером, кстати, часто. Видели так? Угу. Такая же промозглая вот погода почти, знаю, у нас. В Москве плюс 3 сегодня, я слышу. Так и в Москве. Но нас больше к Питеру это по погоде относит, чем к Москве. Хотя Москва ближе, сырость, чем Питер. Ну да, все равно как-то вот мы... Мы северные. Угу. Так, до Ленты доберемся, там включусь. Дорогу чем-то посыпали, похоже, с солью. Ну что, солью, песком. Песок с солью, ага. Вот одна полоса, по сути, для движения. А ему сейчас не будет ездить на своей машине. А ему сейчас будет жалко машину, потому конечно. Потому что солью он бережет вот свою машину. Вторая полоса, там линия трамвайная бывшая. Когда трамваи здесь ходили, их еще даже не сняли. По сути, одна полоса для движения. Вон пыль из-под копыт, вода. Вон она едет, эта машинка, которая сыплет все. С песком, вон она едет. Снег сначала убрали с дороги. Ну, так они и думают, что быстрее она растает как раз, этот снег. Так, мне надо перестроиться. Да, похоже, он вообще ничего не сыпет, едет. Он просто так едет, мам. Просто так едет. Куда-то сыпать. Да. Явно не нам. Так, наверное, надо еще перестроиться разок. Он же в Ленту. Не сыпет он. Не, ничего не сыпет. Не чистит и не сыпет. Просто так едет себе такой. Где-то нигде не тает, кроме как дороги. Размешивает машина. И получается, вот так вот оно оттаивает.
это уже вот Московское шоссе. Тоже не чистят. И солнышко. Ой, солнышко какое! Вот это солнышко! Красота! А сейчас я вообще, у меня апатия на все, не делать ничего, я не хочу, вообще ничего не хочу. Ой, что-то я задела. Бордюров. Ой, там какая елочка, вот я про нее смотрела в этом. Где видела? Елочку? Вон стоит елочка. Красивую, говорят, елочку нарядили. Где-то я видела в ВК, что ли. Это блинчик. Каток, что ли, сделали. Это где должны машины ставить? Да. Ну, здравствуйте, приехали. Че мы тут? Елочку поставили и каток. Да. Сделали, а там фотозона еще какая-то. А что ты поехал? Вот поставил. Так вот он уже тут паркуется. А здесь нет. Ну почему негде? Вот сейчас запаркуюсь вот здесь. Лента, лента. И у ленты тоже ничего не чищено. В ленте живая пихта. Настоящая. Ой, у меня такая есть. Кипарисовик. Какая красота. Какая красота. Какая красота. Сова. $700. Да. Так. Детство еще у тебя. Ну давай маленько посмотрим. Может, красоту. Причем здесь ребенок, новогоднее настроение. Шарики. Пластик. Тоже пластик, 149. Такое. Шишечки. $79. Наборы. Какие красивые шарики. Это пластик, скорее всего, весь. Что-то я не вижу здесь стекла. О, какие красивые кружки. Стекло? Нет. Пластик. Мама так ходит, смотрит. На рождественская звезда такая снежинка на макушку. Смотри, какая большая упаковка. Вон какая большая упаковка одного цвета. А, не, небольшая. Они так положены. Ну, вот 8, да. Вот сколько такие интересные шарики стоят. А где-то ее цена была, наверное. Вот эти мне цвет, вот этот нравится. Синенький.
А где цена с той стороны? Это 88 16 штук. А где цена у этих? Может, с той стороны? По 9 рублей игрушечки, смотри. Всякие разные. На маленькую елочку. Смотри на нашу маленькую елочку. А у тебя где маленькая елочка? Есть? Да. У тебя игрушек нет? А я хотела все в одном сделать, чтобы цвет один. Ну вот по 9 один. Рублей набери. Сейчас я выберу что-нибудь. Разненьких вон и все. 30 и цены красивые. Угу. Ну, рано, наверное, не такой. Забыл. Гирлянды. Какие-то завивки я видела в интернете. Нет. Нет. Тоже нет. Нет, там прям нажимаешь на кнопку, она сама тебе завивает. Это выпрямитель. Тоже выпрямитель какой-то. Это гофрушка. Не вижу. Не вижу, мам, я такой штуки хотела посмотреть. Ой, а что это здесь кошачьи радости? Куда-то они перенесли. Так, весы. Пылесосы. Термокружки какие-то. Лампы. Что это такое? Непонятно. Понятно. Вот. Что тебе, говорит, подарить на Новый год, доченька? Подарите маму мне мясорубку на день рождения. Пластик или металл внутри, интересно. Если снять. Это надо выбирать все прям. Мощности, чтобы было 1,5. О, сколько их много-то здесь. Соковыжималка. 26 тысяч. 61, когда положим, а ты поймешь. Блендер. Варис 800. Это не надо. Печь, которая 10 рублей взяла. А думаешь, будет? Не знаю. Это по 18 какие-то. А эти дарлинг, кролик и курица. Слышь, что я тебе говорю? Ты про печи ты говорила. Можно и печь, и греть, и выпекать. Вот они. Ты меня спрашивала? Да, я увидела по телевизору. Вот, мама, они. А видишь, эти 5000. А по телевизору заказываешь и 2 только. Вот, смотри. Не за 5, а за 3. Вот. Они разного объема. Вот они. Можно, я помнишь, я тебе говорила, в деревню вам надо купить такую духовочку, и в ней выпекать можно. Печь, пироги, чуть-чуть. Да. Это не микроволновка, это именно печь. Угу. Вот такая вот печурка. Еще вот тех возьму 3 штуки. Что я тут? Иди возьми. Курочка, возьму кролика. Кролика.
Я так хотела вот этот вот, вот этого дядьку, вот этого мини-бекер. Взяли его, Polaris у меня тоже, по-моему, вот такой даже. Мультипекарь вот такой. Ну все, он у меня лежит. Лежит и ничего не делается в нем. Тостер лежит. Вот единственное, вот это поменять бы. О, сколько режимов здесь. 5000, 4000, 5. Это крутая. 56 программ, 300 режимов, книга рецептов. Вот это крутяшка, мама. Вообще как моя прям. Мне кажется, они все однотипные. Вот она, 48 программ. А вот это вот, а это другая маленькая тоже. То же самое. Так, ладно. 5000, короче, понятно. Так, посмотрим, что здесь по свежей рыбке. Форель 599. Горбуша 249. Кита 656. Кижуч 659. Янтарь 219, скумбрия, зубатка, карп, палтус, терпук, окунь. Креветки 1999, полторы, 499. Это какие? Креветка. Королевская панцирная. 500 рублей. Здесь 999. Не знаю, брать, не брать. Так, красная рыбка. Триста. Что ты там выбрала? 119, нет? Из хвоста? А вот там 169. Там за 100 грамм цена, мам. Не знаю я. Ой, мам, аккуратней. Тебе по ногам, наверное, проехала. Да, напротив, большой кафедр. Сверху должно быть. 33, 200. 299, 239. Напротив камеры. Так, дошли до мяска. Пожалуйста.
свинины вот это. Сколько вам? Наши куры 218. Можно посмотреть его перевернуть? Да, вот этот. Этот? Да, переверните. Да давайте его возьмем. А, да. Можно его посмотреть? Там, да, 319. Жир. А вот тут даже на котлете не пустили. Я фарш возьму. Котлет давай сделаем домашний. Ну вот этот возьми кошкам еще парочку. О, тесто здесь можете взять. Мам. Дрожжевое. А что испекем? Не знаю. Давай беляши. Одной хватит. Пиццу можешь сделать, сыр взять. Вот из этого фарша сделать это. Беляшки? Беляшки. Ну, можно, да. Кошкам один пакетик, один мало. Кошкам один. Так, что у нас здесь куриного? Куриного. 384, 299. Возьми три, конечно. Филе 429, курица. А вот опетеленка цены нету. Это что? Кубики филе, медальона. Грудка 300. Бедра 299. Не бедра, голень. Что такая курица дорогая, я не понимаю. Вы стали вы еще это про куры, про яйца говорить. Что так делится? Бедро 249-269. Кура 189. У Тани нету курицы, мам. Может целую курочку взять, почекрыжить на это? Грудку ей, а остальное нам. А там у меня разобранная курица, я все ей подарила, да? Она съела все грудки? Ну, у нее осталось там две штучки, больше нету. Мам, это суповой набор. Взять целую курицу, может быть? Ну, возьми, она по 180. Да. А дешевле нету? Нету. В магните сколько курица стоит? А? Сколько в магните курица стоит? Я не помню. Тоже 180 с чем-то последний раз было. А чё? Я кило 700. А да оставь, пусть будет. Хоть грудка большая будет. Что-то они все тут разложили. 5 кило 700. Возьми, конечно, штучку. А то на ножке бедрышки фукает. Так, а вот тут что тут? Форелька, мам. 349-499-329. Так, пришли к фруктам. Ну и фрукты. Господи, боже, что мы. Яблоко весовое 75. А 109 мандарин. Да, можно. Пакетик. Лук. Яблоки. Хурмы хотела. Не вижу хурму-то здесь.
Что-то как-то неудобно стало все. Яблоки по 99. Ананасы. Груш 279. Свежие. Малина. Яблоко. Яблоки. Чё это ты так грустно, две штуки? Чё, там больше нету, что ли? Ну, вот иди посмотри там, вот в этих. Я хурму не вижу. Там апельсинки, мам. Что, мама с двумя штучками пришла? Они все гнилые, по 109 рублей. Вкусные, наверное, были мандаринки. Томаты. Перец. Лук. Картошка. Может, щи со сквашенной капустой сварить. Ведерко 178, 119. Капуста лента 119 рублей. Машина 144. Нужно взять. Зелень 79, в магните дешевле. По 99, по 109. Огурчики 119. Помидор. Так, ну и нашла я хурму. Королек шоколадная 199. 169 свечка. Персимон. Сто 99. Инжирно. И все такое неаппетитно. Мандаринки. Абхазия с височками. 44 по 109. Да. На 76 рублей выбрала все-таки, да, из гнилья. Может, не надо было брать? Абхазские-то тоже уже мертвые. Мы будем заходить в Альберис, там пятерочка рядом. Может, мы там фрукты купим? Я не хочу даже тут брать ничего. Такое неаппетитное все, мам.
Наверное, это мой рай. Вот к сковородкам мне... Мы уже купили 3 штуки. Тефалька 1800 стоит в ленте по акции. Тефалька. А я хочу теперь вок. Теперь вок надо где-то найти. Слышишь? Какой вок? Вок. Так называется сковорода вок. А что он делает? Вот типа вот этой вот что-то, наверное. 1199. Да. Вот. Жаркое это. Вот это вот неплохой вок. Типа вок, но это не вок, но такой вот. Казанок, не казанок. В нем все можно делать, не только плов, мам. А вот кастрюлька, вот такие две, 1400 наверху. Обжарить, потом варить. Это не ржавейка, которая, но это не то, не так. Хотя у нас тоже с двойным дном. Не вижу здесь таких сковородок я. Классные. Классные. Вон скидка на тефаль сейчас. Скидка на тефаль. Вот сколько такая стоит сковородка тефалевская? 1400. Обалдеть. А что она такая дешевая? Где ты видишь 1400? Блин. И вместительно. 1400. Купили мы с тобой. Я знаю. Вари сколько хочешь. А ты еще опять сковороды смотришь. А я не сковороды смотрю. Я вообще на 1400 вообще весь тефаль. Вон блинница. У нас две блинницы. Они вообще не какие-то, не уже и все. Да. Так, ладно. Мечта поэта. Вот это я бы взяла бы. Кого? Вот ту. Вот эту я бы взяла. Такую бы. Подарить? Нет. Не надо. Подарить на Новый год? Нет. Почему? На Новый год? Сковородку? Тогда и вообще ничего. Тогда, говорит, вообще ничего. Ничего себе. Как так-то? Так я не буду искать за подарок. Так, ладно, все, пошлите, мама. Это не надо. Подумать надо, что нужно, что нужнее. Так, ладно, это Polaris. Разрядился у меня телефончик. Так не доснимала. С мамой ходили, фрукты. Отстой. Брать нечего. В общем, какая-то лента в этом году, блин, отстойная. В том году я поехала, что-то так все удачно купила. И фрукты такие были сочные. Прямо а здесь смотришь, аж подкатывает вот это. Бе. Так, в общем, ушли не солоно хлебавши. Поехали, в принципе, за фруктами. Там хотелось хурмы вкусной. Но хурму, мне кажется, надо сейчас в Магните только брать. У них партия хорошей хурмы. Даже в Пятерке нет. Потому что я вчера же была в Пятерке. Или когда я позавчера была в Пятерке. Или вчера, мам. Вчера мы были в другом. Вчера мы в Домино были. Ну, вообще все. И мы это самое. А хочется хурмы прям очень. Потому что Димка всю хурму съел. Ты брала, да, мам? Я взяла 5 штук.
Мама взяла хурмушечки. Я только две штуки съела, остальное все Димка слопал. Я одну съела. А ты одну? Не знаю. Ну, две он съел. Ну и что, и все. А что так? Он... Я две съела. Он две, наверное. Ну, прям две. 22 он съел. Да? Ну, в общем, вкусная очень. Где-то у меня. Очень вкусная хурма была, мягенькая. А тогда-то я взяла почти 2 килограмма с хрумули тоже за... Да я ни одной не успела. Ни одной не успела. Вообще, нет, я тебе принесла. Говорю, мам, съешь хурму, а то не будет. А, ну да, вот одну. Я тебе принесла, и... потому что Димка... А если бы не принесла, бы, то... Димка на радостях, такое дело, много хурмы. Он налетел-то налетел. Любит человек хурму. Мандаринки тоже любят, но хурму, мне кажется. И эти хвостики валяются. Где? Я специально... Филя играет. А где играет? Они валяются? Ну, на полу не с этой же он взял, но и со стола. А, это он на пол... Он где ест, там и кидает, да? Так надо было по ушам ему дать. Вот, уронил, видать. Капец. Не знаю, откуда Филя достал это. Капец. Она уже высыпала, и он играет. Загнал. Так я и говорю, по ушам надо было и дать Диме. Не Филе, а Диме. Откуда я знаю, кто ее? Катя или Дима? Катя в помойку кидает. Хвостики всякие. Мы сейчас на Валберес, да, заедем. Я там померяю, а это... Надо посмотреть в пятерке, что там по хурме. Если нету, кружок дать и в это, в наш магнит заехать. Все-таки что-то очень, очень хочется хурмы. Поесть хурмы.